у меня сын, ходим уже 4 года. Я у него всегда спрашиваю, то есть интересно ли ему было, то есть чем они занимались. В этом году он был в полнейшем восторге от преподавателя. Ребенок ходит с удовольствием, то есть мы даже не местные, мы ездим с Ольгинской сюда. В следующий год мы тоже планируем ходить. Желаю только процветания и чтобы были у нас отличные преподаватели, которые смогут указать нам правильное направление, в какое двигаться. На программирование хожу. Сейчас 3-й год закончила, получается. Преподаватели хорошие, там интересно. Сначала, когда мне было лет 8, я на скретче, потом была C++ и теперь Python. В будущем в своей жизни я посвящу программированию, буду развиваться лучше. Я наставник в нашем центре Дом научной коллаборации. Мы начали своей работой, нам это нравится, потому что наш центр предлагает современное оборудование. Педагоги тоже заинтересованы в успехе детей, поэтому все приходите к нам в ДНК.